Да. Ого, Ляпута. А где капитан Сирота, красавица? Это я, капитан Сирота. А. Очень хорошо. Значит, я к вам. Замначальника штаба дивизии Мухин. Степан Сергеевич. Здравия желаю, товарищ полковник Мухин. Я капитан с особыми полномочиями Сирота. Вы по какому делу? Зря вы так, товарищ капитан. Я вот простите, принес вам список потенциальных агентов. Вот здесь все, кто мог слышать планы командования с 1 по 7 ноября. Это проверено, кто составлял? Так точно, сам комбат. А почему вы принесли его мне? Они особистым, они бы уже могли работать по этому списку. Вы потеряли время. Я принес его старшему по рангу офицеру, как только сам получил. А сейчас мне начинает казаться, что я воюю с одним врагом, а вы, товарищ капитан, с особыми полномочиями, воюете с другим. Да еще в таком виде. Всего доброго. Чаю хотите? Ко мне. Ко мне. Стой. Рядом. Так. Рядом. Рядом. Ну что? Я туда, а ты сюда. Угу. Так. Сух. Искать. Сух. Искать. Искать. Ничего. Поехали дальше. Ну что? Дуй на свой фронт, Ромео. Спасибо. Давай быстро на выписку. Ой. Собаки уже устали. Может, домой? Тут еще одно здание заброшенное есть. Сегодня все отработаем, завтра целый день в Ленинской слободе. Мухин сказал Клюеву составить список тех, кто мог что-нибудь знать. Наша рота там вся целиком. Я тебе ничего не говорил. Тихо! Макар Кузьмич! О, Ромашка! Куда вы едете? Да мы в город, дочку к бабке везу! Садись! О, бабкинец! Да, спасибо! Давай. Вместе оно веселее! Да. Вилма, пойдем. Пойдем. Рядом. Алан, ко мне. Искать. Ищи. Ищи. Ищи, Алан. Умница.
Тихо, 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 тихо. Молодец. Капитан Голикова! Сюда! Иду! Юма, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, что стало? Пойдем. Все, 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 все. Молодец, умница. Стоять, Вилма. Вроде есть. Нет отпечатков. В перчатках работал. Он мог оставить метку. Товарищ Петров, вы допустили халатность. Сразу же, как залаяли собаки, вы должны были позвать нас, ничего сами руками не трогать. Виноват, товарищ капитан. Я проверил следы. Кроме их, еще сапоги 37-го размера. Судя по всему, женские. Ну и мотоциклетные. Женские следы ведут от мотоцикла? Нет. Мотоцикл стоял на траве, поэтому мотоциклист не наследил. А вот женские 37-го идут от грунтовки. Женщина, судя по всему, собирала шишки, поставила корзину у входа и вошла внутрь. А уехала тоже на мотоцикле, потому что обратных следов нет. Товарищ Петров, вы свободны. Есть. Алан, засаду будете оставлять? Товарищ майор, мы решим. Идите. Просто если будете, я могу восстановить все, как было. Рядом. Стойте. Приступайте. Есть. Товарищ Голиков, вы свободны. Есть. Рядом. Рядом. Товарищ капитан, подождите. У вас же вроде бы второй взводный, Хруль, на трофейном мотоцикле ездит, верно? Да, все верно. Свободны. Рядом. Юма. Рядом. Надо Хруля предупредить. Никому ни слова, помнишь? Они его подозревают, значит, будет допрос. Он слабый, пьяный, подпишет все, что угодно. Ты письмо, которое он получил, видела? Почерк у матери знаешь? Что? Или как ты смеешь? Мы с ним 2 года бок о бок. Как ты даже подумать такое можешь? Катя, не лезь. Они без нас разберутся. Ты сам знаешь, как они разберутся. Прости, но в случае с тобой они не ошиблись. Именно поэтому лучше сейчас не мешать им, Катя. Юма, пойдем. Рядом. Пойдем, Юма. Напишите, что вы делали утром и где был мотоцикл. В смысле написать? Куда? Сюда, что ли? Ну, можно, конечно, на стену, но лучше сюда. Смешно. Пейте. Как же так получилось, что вас с утра никто не видел? М? Так что я по-вашему при подчиненных должен был, товарищ капитан. Я один пил. Специально.
специально прятался. Ну да. Я понимаю ваше горе. Соболезную. Вы видели мотоцикл? Он стоит на месте. Так почему вы все спрашиваете меня? Ну, стоит-то он стоит, но стоял ли он там днем? Мы опросили всех, кто мог что-то видеть. Никто ничего не знает. Ну же, Владимир! Куда вы сегодня ездили днем? Я не помню. Уводи. Встать. Ну, что думаете? Не выпускайте его. Пусть проспится он в забое. Мотоцикл мог кто угодно взять. К телу подошел, ключи взял, приехал, вернул. Да, только если он не имитировал свой запой, чтобы оправдать свое отсутствие. Вот список всех женщин из собачьей роты, у которых 37-й размер ноги. В расположении все присутствуют? Вроде бы да, товарищ капитан. Что значит «вроде»? Кать, да? ЧП у нас. Юльки нет. Накладывала кому-нибудь? Нет, тебя ждала. На поверке крикнули за нее, ну, как обычно. Я думаю, мало ли что, может, у тебя отпросилась, а мне не сказала. И еще. Особист приходил, спрашивал, все ли на месте. Я сказала, что все. Юлька как с утра в лес ушла, так и с концами. За шишками вызвалась. Угу. Не говори никому. Крикнули, крикнули. Я разберусь. Одна лучка ее. Угу. Рядом, рядом. Вилма. Что, Володенька, надеюсь, ты мыслопровод свой не починил? Вилма, ищи, ищи, ищи. Молодец, молодец. Тихо, Алан, тихо. Видали? Молодец. Давай, давай, давай. Смотрите. Смотрите, смотрите. Ну, для кого я это мастерит? Все правильно, потому что у ребенка должна быть одна игрушка. Алан. Держи. Чего не летаешь? Петров. Ну все, не переживай. Полетит. Маленький, хороший. Звук. Молодец. Стой. Стой.
Значит, здесь он стоял, развернулся, поехал обратно. Ну что, только не найди ничего. Вилма, след, след. Что там? Что там? Давай, вперед, вперед, Вилма, давай, вперед! Вперед! Стой, стой! Молодец, молодец! Молодец! Все сходится. Шерп знал их руля. Пошла в лес, возвращается, видит его мотоцикл. Заходит, а он там с передатчиком. Ну и... Милый Володя, пишу тебе в слезах. Твой брат Лёва пал смертью храбрых в боях за город Ужгород. Разрешите, товарищ капитан? Я связался с отделом кадров 4-го Украинского фронта. Военнослужащий по имени Лев Хруль среди погибших под Ужгородом не упоминается, да и вообще ни в каких списках не значится. Если вы слышите стук копыт, то... Скорее всего, это лошади, а не зебры, товарищ сирота. Я засаду снимаю тогда? Пока у нас есть хоть один шанс, что это зебры. Ни в коем случае. Сенченко. Что? То есть как наводка? Я понял. Среди бела дня. Три эскадрильи, два склада боеприпасов, аэродром, ил вторых 14 штук, эшелон с техникой. Катастрофа. А мы никого даже по тревоге не успели поднять. Как? Этому есть только одно объяснение, товарищ генерал. Они знали, как облететь наши зенитные батареи. Кто-то дал им координаты. Кто-то? Ты говоришь, кто-то? Так точно. Вы свободны. Товарищ генерал, СМЕРШ и особый отдел уже занимались поисками агента. А нам уже удалось найти его передатчик. Мы же не можем выполнять всю работу за СМЕРШ. Поздно нашли, Мухин, поздно! Значит так. СМЕРШ СМЕРШем, а у бойцов с этого дня никаких отпусков и увольнительных. Поверки трижды в день. Все служебные передвижения под запись. Вне службы. Никто дальше 100 метров от расположения не отходит. И так, пока черта этого не вычислят, и к стенке не поставят. Ясно? Так как точно. Свободны. Есть. Есть. Да, я слушаю. Так хорошо в городе жили. Хорошего понемногу. Там, говорят, две эскадрильи юнкерсов было. Можно подумать, мы втроем бы их остановили. Да ладно вам. Палатки тоже романтично. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты, белоснежные поля. Ты, как тоскует мой голос живой. Здравствуй, пап. Здравствуй, доченька, здравствуй. Выходцев, пойди покури. Про бомбежки слыхала? Дай подумать. Нас убрали из расположения по твоему приказу. Послали дежурить у аэродрома, чтобы втроем вылететь против двух эскадрилий юнкерсов. Нет, не слыхала. Все шутишь. А мне вот как-то не до шуток. Выходит, немец-то знал расположение наших зениток. И облетел их. Вот вопрос, откуда знал? Ну, при чем здесь мы? Папа, ты что, ты приехал сюда предателя искать? Ты что, хочешь сказать это? Я ничего не хочу сказать. Но! Третьего дня учебный вылет у вас был? Был. А сверху оно ведь очень хорошо все просматривается. Кать. Это я тебя сдала. Что? Мы с Юлей нашли того полицая Голикова. И Юля у тебя не спрашивала, потому что знать ничего не хотела, и я не спросила. Я просто сразу к Сенченко пошла. А. Но... Ты была права. Он действительно мой муж был. А Юлька, она просто о людях думала лучше, чем о нем. Того заслуживают. Прости меня. Я все понимаю. Товарищ полковник. Отставить. Вольно. Катя. Я понимаю, не вовремя. Но... Может, хватит войны с вас, а? Но не для... Не для вас она. Спасибо, Макар Кузьмич. Извините. Девчат, ромашка. Юлька! 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 Катя! Марина Анфиса! Где Юлька? Катя! Кать.
Ничего. Нет. О, Галя, привет. Ну что, художник, полетал? Ты делал зарисовки во время полета. Это были карты? Что? Какие карты? Что-то... Так, пожалуйста, убери это. Если это какие-то игрища, Галя, я не по этим делам. Планшет. Планшет на столе, вон. Значит так, художникам, конечно, нравятся всякие сумасшедшие. Ван Гог, он вообще с проституткой жил. Но дело в том, что я не Ван Гог, да и не художник я вовсе. Значит, патроны я оставляю себе. А ты держи. И не приходи сюда больше никогда. Поняла? Дарья моя теперь за Уралом пули льет. С тыловиком снюхалась. Полковник. 3 года, брат. Не всякая баба выдержит. Откуда вы знаете-то? Я к тому, что ежели 3 года не видели. Так сорока, птица такая. Все знает. Везде летает. Руки. Стоять! Лежать! Лежать и шевелиться! Я пришла сознаться в содеянном. Ошибка, глупость, понимаете? Мне 30. Мужа с начала войны не видел. Даже не знаю, жив ли. А тут, ну, как девочка, понимаете? Я сейчас понимаю, что он тогда специально на меня на рынке налетел, чтобы познакомиться. А потом врал все. Мол, в лед намучился, в небо подняться мечтаю. Дур. Просто разговор так сложился. Она вроде намекнула, но не впрямую. А я ж ей сказал, что о небе мечтаю. Вот и пришлось напроситься. В полете тогда напряженный такой был. Запоминал все.
Да я просто летать боюсь, но не говорить же ей. Выходцев, хватит отпираться. Вас взяли с поличным. Она меня пригласила. Туда. Ну, я думал, решилась. Вы понимаете? Что? Я сама его пригласила? Для чего? Ну, знаете ли... Я, может, и неверная жена, но чтоб так, как животное. У меня табельное оружие при себе было, но я не стрелял, потому что не понимал, кто это. Что еще, кроме расположения наших зенитных батарей, вам известно? Слушайте, Выходцев, у вас есть только один шанс спасти свою никчемную жизнь – это сотрудничать. А что с мотоциклистом? С рулем там. Ну, там неудобно вышло. На допросе он сказал, что у брата его другая фамилия. Говоров. Отцы разные. Ну и сегодня четвертый украинский подтвердил. Лев Говоров и правда погиб под Ужгородом. Даже герой представлен посмертно. Вы извинитесь там. Хотя вообще, конечно, он сам виноват. Зачем так пить? Разрешите? Вы... Зачем? Егор Саныч, вы садитесь. Что зачем? Зачем вы так с Хрулем, с Катей? Копаете под них? Что-то травите? И ищите что-то. Что вы ищете? Что вы хотите найти? Они в тылу не отсиживаются и за спинами не прячутся. Они проливают свою кровь, а вы как слепой, как заведенный. Как знать, Егор Саныч. Может, я слепой, а может, и вы. Вам вот все кажется, что я все что-то вынюхиваю. Странно. Я ведь делаю ту же самую работу, что и ваши собаки. Да, грязную. Да, жестокую. Но нужную. И моя работа только-только начинается. Эту войну мы выиграли. Осталось недолго, мы победили. И это хорошо. Конечно. А вы что, сомневаетесь? Нет, я не сомневаюсь. Но... Эту победу нам не простят. Не простят, Егор Саныч. Вот что страшно. Как это не простят? Кто? Все. Весь мир. Подождите, мы же вместе. Мы все вместе столько освободили, спасли. Вот это и не простят. По Варшаве Гитлер прошел. По Праге прошел. По Парижу прошел. По Москве. Нет. Ненавидите вы нас. Что ж,
ответствую тебе за Толя, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За Толя, что в бездну повалили тяготеющий над царствами кумир. И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Пушкин, умнейший человек. Любите? А, вы больше по Грибоеду. О чем мы? А, да. Не простят. Сейчас все поутихнет. Но потом. Потом. Чистая вода, да? Они воспитают целые поколения, которые перевернут историю. Они ваш подвиг назовут глупостью. Голикову с ее собачками – дурой. А предателей – борцами за свободу. За одну им понятную независимость. Выдумают ее. Они вспомнят все самое низкое и слабое, вытащат это на свет и построят на этом свою правоту. Они не простят нам ни единой ошибки. Все перевернут с ног на голову. Смотрите, Егор. Хватило одной капли. Вот для этого я и работаю. А Голикова ваша песчинка. Галя там по кабинетам просила меня от нас отлучиться, поддержать. Да, конечно, спасибо. Я не помню, сколько... Не помню, сколько похоронила друзей, подруг. Много. Юлька, она... Мы с ней с первого дня, как я на войну пришла. В ней такая радость была, несмотря ни на что, и косички эти ее рыжие. Еще, знаете, у нее дар был. Она в людях только хорошее видела. Девчат, раз, два, три.
Земля пух. Товарищ майор, ну, чтобы вы начали вспоминать себя. Что? Катюша говорила, что вы начали вспоминать себя. Как? Я тоже хочу вспомнить все. Где был, кого видел. Зачем? Агента взяли, все. Я не знаю, как вам объяснить. Я ни черта не помню. Но точно помню, что с Выходцевым я не виделся. Я знаю, это звучит как какой-то бред. Хруль, ты где самогон брал? На рынке у одного мужика. Ладно. Надо пройти весь путь от начала до конца. Может, что-то вспомнишь. Добро. Ассоциация. Должно сработать. Пойдем. Ну давай, Хруль. Ассоциации. Здесь точно был. Так. У этого дерева. Давай, Хруль, вспоминай, куда потом пошел, что видел, кого видел. Тут он ко мне и подошел. Кто подошел? Рост, звание, что сказал, что сделал? Товарищ капитан, ну что же вы так? Ох, и тяжело ж вам завтра будет. Это не мужчина был. Не мужчина? Лётчица, которая все время курит. Быстро, Ксенченко! Я на аэродром! Есть! Санк? Ты откуда? В особый обед таскали. Тебе не сказали, что ли? Я больше не командир звена. Мне не докладывают. Сейчас помогу тебе. Кулакова где? А? Вон. Это не выход. Это она. Остановить ее надо. Это она! Ее уже убила! Останка! Стой, Кулакова!